В галерее областного торгово-выставочного центра открылась фотовыставка «Лица эстафеты». На фото те, кому менее чем через 3 месяца предстоит нести факел Олимпийских игр Сочи-2014. Экспозиция уникальная. Помимо фотофакелоносцев, справа от снимка – биографическая справка. Их нужно знать не только в лицо, но и кое-что о них самих, чтобы понять, почему эти люди удостоены чести прикоснуться к олимпийскому огню. Представлены, вы видите, как наши олимпийские чемпионы, чемпионы мира, Европы, так и простые сотрудники как нашего министерства и нашей сферы спорта, так и от Министерства культуры и абсолютно простые наши жители Омска, кто достоин и кто прошел через наши заявки. Омский регион станет 76-й территорией, принимающей Олимпийский огонь. На данный момент Оргкомитетом Сочи объявлено 184 факелоносца от Омской области. Эстафета с участием наших факелоносцев стартует 8 декабря в Калачинске, затем продолжится в Омске. Каждому избранному предстоит преодолеть расстояние в 200 метров с факелом, символизирующим перо сказочной жар-птицы. Маршрут эстафеты пройдет по самым живописным местам Омска. Если кто-то не знает, а может быть кто-то забыл, может подойти, поинтересоваться, почему тот или иной человек все-таки, за какие заслуги является участником эстафеты Олимпийского огня. И омичи как бы могут поближе с ними познакомиться. И что немаловажно, уже когда, наверное, будет сама эстафета, прийти и знать в лицо, кто именно бежит и почему бежит. Вплоть до прибытия эстафеты Олимпийского огня в Омскую область посетители галереи могут посмотреть на лица счастливчиков, которые пронесут факел по территории региона.